На костре б зажарить лучше не бывает. Человечина повкуснее будет. Чего? Пробовали, что ли? Доводилось. Это как, с голодухи, что ли? С нее самой. Да, Антий Петрович, с тобой не соскучишься. Как же можно человека есть? Как, как? Например, идут в побег двое, а третьего уговаривают, как бычка. Подкармливают его. Как это подкармливают? Чтоб упитаннее был. А потом, когда в тайге совсем оголодают, тогда этого бычка они прикончат и едят всю дорогу. Правильное объяснение дал, Антий Петрович? Правильное. Но это кошмар какой-то. Давай на тебя, Степа, погадаю. Может, тебе такая судьба выпадет. Ну и дела. У меня аж мурашки по коже. Вы же не люди. Вы хуже зверей. Ты, я слышал, в Орловской губернии коллективизации командовал. Было такое? Да. Я был представителем ЦК. По твоему приказу все до последнего зерна забирали. Гнилую картошку и ту забирали. Это была генеральная линия партии. Ликвидация кулачества как класса. А мамка моя братишку моего младшего убила, чтобы нас, оставшихся троих, прокормить. Я братишку ел, а ты, сука подлючая, хлеб да сметану жрал, который у нас отнял. Я повторяю, я был представителем ЦК. И выполнял инструкции. Это была генеральная линия партии. Это чтобы люди друг дружку жрали. Такая генеральная линия. Я таким, как ты, ни мать свою, ни братьев, ни дом, который вы у нас отняли, не прощу. Подыхать буду, не прощу. Пошли, уполномоченный ЦК. Политзанятия закончились.